Всем привет! Есть хорошая новость о некоторой денежной помощи для украинских беженцев. Какая сумма, какие сроки на получение, кто может претендовать и как получить? Разберемся в этом видео. Так что подписывайтесь на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео, и давайте к делу. Итак, недавно в одном из видео на канале я рассказывал за финансовую помощь от Польского Красного Креста для украинцев Познани, на которую беженцам нужно успеть подать заявку до 26 мая 2023 года. Сейчас же появилась информация о том, что эту помощь можно получить еще в одном городе, который называется Бидгощ. Претендовать на эту денежную помощь могут беженцы, которые были перемещены в результате конфликта в Украине и проживают в городе Бидгоще, которые имеют плохие жилищные условия и ранее не получали денежную помощь от Красного Креста и других гуманитарных организаций. Помощь рассчитана на 2 месяца, и в месяц украинцы могут получить такие суммы, в зависимости от состава семьи. На одного взрослого человека 1420 злотых, семья из 2 человек 2640 злотых, семья из 3 человек 3860 злотых, семья из 4 человек 5080 злотых и семья из 5 человек 6300 злотых в месяц. То есть суммарно за 2 месяца один человек получит 2840 злотых или примерно 626 евро. Обратите внимание, что претендовать на эту денежную помощь могут не все украинцы, а только те, которые соответствуют критериям, которые вы видите сейчас на своих экранах. Также важным условием является не получение ранее финансовой помощи от других гуманитарных организаций. То есть, если беженец уже получал ранее финансовую помощь, то заявку подавать нет смысла. Для того, чтобы получить эту денежную помощь, нужно подать заявку через приложение Красного Креста, которое можно скачать в Google Play или App Store. Далее создать аккаунт и указать членов семьи, на которых можно получить помощь. Заполнить в приложении анкету и добавить заранее подготовленные фото необходимых документов. Еще обратите внимание на очень важный момент о том, что регистрация на выплату действует только до 31 мая 2023 года. Поэтому не затягивайте, времени осталось немного. После того, как будет произведена регистрация на денежную помощь, заявка будет рассматриваться не менее 2 недель. Когда заявка будет одобрена, придет сообщение с объяснением шагов для получения наличных в отделении MoneyGram. Также можно получить деньги переводом через MoneyGram на счет в PrivatBank, в Monobank, Сбербанке или Абанке. Для этого будет отправлен код подтверждения. И третий способ – на банковский счет. Можно получить деньги переводом с использованием IBAN. Для этого указывается имя латинскими буквами и номер IBAN банковского счета. Это и вся остальная необходимая информация по данной финансовой помощи есть на официальном сайте EFRC. Ссылка на страницу с информацией будет в описании. Кстати, не забудьте в комментариях написать ваш отзыв по этим выплатам от Красного Креста, потому что выплаты эти периодически то открываются, то закрываются. И многие беженцы говорят, что у них так и не получилось получить эту денежную помощь. На этом все. Подписывайтесь на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео. Спасибо всем за внимание и за просмотр. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.